Мы живем в самом прекрасном городе на Земле, а другие города нам завидуют. Ведь только у нас трамваи дрифтуют так, что люди предпочитают ходить пешком. У нас трава в парках зеленее, но приляг ты на газон и получишь резиновой дубинкой от муниципальной охраны. Нельзя ходить по газонам, стоят с этим, как это называется? Таблички. Таблички. Мы придумали называть депутатов кнопками, а врагов множить на ноль. Мы гордо называем свой город первой столицей, а все остальные регионы завистливо говорят, это какая-то дичь, но все-таки она наша, дичь Харькова. Сегодня мы узнаем у патриотов своего города, насколько хорошо они знают Харьков. Вообще, как Харьков любишь? Ну, это ж не Лас-Вегас какой-нибудь. А, я не могу понять, что... Страшно, страшное место, очень страшное место. В аду это типа на холодке, да? Не, ну вот такие вопросы задаете, что оно... Легко будет далеко не всем. Ты харьковчанин? Да. Сколько лет так? Сколько лет Харькову? Если мне не изменяют мои знания в истории, то 300+. 76, по-моему, нет. 77. Вот это спроси. 350. 1654, по-моему. Сколько примерно? Господи, все. Да, ну 850, наверное. Сколько? 850. 360 или 300. Не знаю. Не, извините, не помню. Хорошо. Лет много. Вот, я так не отвечу. Не скажу. Да, ну лет 80. Здрасте. Здрасте. Мы опрос о Харькове делаем небольшой. Сколько лет Харькову? 1654 года. Назовите трех знаменитых харьковчан. Блин, че он прикопался? Че он хочет вообще старый? Блин, что же ему такое? Нужно было учиться. Нужно было учиться. Вспомнить бы. Это... Сейчас... Фамилия женщины, актрисы. Бабкин, Жадан, Гурченко. Гурченко. Людмила Гурченко. Людмила Гурченко. Бекетов. Сейчас. Мечников. Каразин. Еще писатель. Сейчас. Борщ Лиса Сергеевна. Это кто? Это я. Кернес. 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 Покойный Геннадий Кернес. Вроде бы Добченко. Кто третий? Не знаю, честно. Добкин. Сковорода. Не харьковчанин. Ландау, насколько я помню, родился в Харькове физик. У меня, я так-то лицо помню, на фамилии, имена я. А, подождите, вопрос вообще. Для вопрос какого? Три знаменитых харьковчанина. Не, а для какого вы, для телеканала или для чего? Это дичь Харькова. Вообще, как Харьков любишь? Да. Насколько? По 10-бальной системе. 80. А чё двух не хватает? Ну, это ж не Лас-Вегас какой-нибудь. Согласен. Если бы люди были свиньями, то здесь бы не было таких прекрасных парков. Да. А ты вообще как относишься к этому газончику? Шикарно, я очень люблю Харьков. А полежать? Красиво. Это то же самое, как любить Украину. Украину любить нужно. И Харьков любить нужно. Но хочется, чтобы он менялся к лучшему. Да, это очень хорошо. На ХТЗ были? Да. Тебе лучше прожить на ХТЗ всю жизнь или в ад попасть? Один ад, по-моему. Это за что? Я даже не знаю, что хуже. Я на ХТЗ живу. Это стрёмно. Страшно, страшное место, очень страшное место. Да вот недавно человека убили. Серьезно? Да. Прям убили? Прям убили, да. Это за что? Думаю, на ХТЗ, там не так и пугано, на самом деле. Серьезно? Ну. Говорят, что плохой. 80. Это ж не Лас-Вегас какой-нибудь. Согласен. Не, ну люди там есть нормальные, да. Ну, не, райончик такой наркоманский там. Я поняла. Лучше в аду. Нужно было по другой дороге идти. Нужно было слушать маму и учиться. Не, ну вот такие вопросы задаете, что оно... Прожить всю жизнь на ХТЗ или попасть в ад? Все-таки жить лучше. Даже на ХТЗ? Да. Известно, что Харьков основали три известных
исторических личностей, персоны. Чек, Хариф и... Честно, уже не помню. И, кстати, Лыбедь. Правильно? Это не Харьков, а кто? Киев. Киев? Ну, Хейчек и Хариф, как-то так. Окей, а кто Харьков? Казак Харко. Не уверен, ты что засновал казак Харко? Харьков. Ну, где-то по истории читал или кто-то рассказывает. Понятия не имею. Звучит историю. Харько, казак. Думаете так? Ну, так говорят. Я не спорю. Спасибо вам, Сергей. Хорошего дня. Любить Харьков, разбираться в устройстве самоуправления. Сегодня мы с моим старым другом Джеком выслушаем насущные вопросы от харьковчан. Мы представляем интересы депутата по этому округу. Ты тут живешь? Нет. Ну, вообще, какие-то проблемы, которые ты замечаешь в Харькове? Так, а он при чем? Это Евгений Александрович Май, депутат городского совета харьковского. Там еще, там, мне кажется, у меня баня. Чего? Просто это не тот человек, о котором ты говоришь. А кто это? Это создатель Алиэкспресс, насколько я помню. Ах ты подонок, хорошо. Удачи тебе. Да, привет, меня зовут Ростислав, я живу в Харькове, в Насадовке. Обращаюсь к Александру Евгеньевичу Чма. Хочу попросить его, чтобы проводили больше ивентов для молодежи, больше развлечений, больше всяких... Это, по-моему, как он, китаец? Ну да. Так что? Депутат харьковский. Что, у нас будет теперь? Он уже у нас. У нас, да? С Китая. Это ж миллиардер китайский, да? Приехал сюда разбираться. Да. Может, какие-то есть к нему обращение какое-то, краткое, что... Надо, чтобы власти людей не грабили, вот так. Не знаете его? Ну, не видели никогда? Не-не, трошки узнаю, но не совсем, да. Я бы хотел, чтобы он решал. Я за пенсионеров болею. Мы тоже. Мы с этим человеком просто очень давно знакомы, поэтому он мне как дай отец. Ему, дай Бог, как говорится, дает здоровье, дай он там что-то робит, что-то это. Ну... Чтобы оно было. Да мы, честно, мы вообще тут за бесплатно. Стоим просто узнаем мнение. Вы записали? За бесплатно. Он все пишет. Больше парков, больше лесов. Больше всяких популярных штук, встреч. Больше как бы не употребляла, да, не употребляла алкоголь, вместо этого проводила время как бы культурно, скажем так. Это депутат городского совета Евгений Александрович Ма. Возможно, есть какие-то приоритетные вопросы, которые бы он смог быстро и качественно решить. Дорогие друзья, сегодня праздник Ивана Купала. Сейчас, одну секундочку, а можно вот сюда встать, чтобы быстрее до него дошло? Наверное, вот. Ага. Вот сюда. Дорогие друзья, сегодня праздник Ивана Купала. Сейчас микрофончик поправят. И... Да, ага. Вот сюда, встаньте, чтобы было. Микрофон не надо. Не-не-не, вот-вот, все отлично. Дорогие друзья, дорогие друзья, сегодня праздник Ивана Купала. Поэтому я прошу взрослых и детей, будьте осторожны на воде. А также обращаюсь к депутатам, навести порядок в гидропарке. Евгений Ма. Евгений Ма. Ма. Делайте, пожалуйста, для нас. Мы с вами. Вот так, ребята. Патриот не всегда означает знающий. Любите свой город, но не забывайте его историю. А то попадете в дичь Харькова.